А я им еще позвонила, ну просто узнать, когда можно прийти. Он говорит, может, ты сейчас, через полчаса. Я говорю, ну, вас уже с мокрой головой еще. Куда? Ну, короче, вчера ходил. Вчера ходил? Нет, вчера. Вот так и договорились, но я взяла завершенную сон с кризисом, но может, сегодня 45:30. А я проснулась, потому что знаю. Вот. Потом же на бровях сижу, а девочка говорит, ой, у вас так волосы вкусные пахнут. А это вы с мокрой головой? Все в курсе, что значит сон женщины. Как котятам, смотрите за шариком, который впереди. Очень внимательный котятам. Ты можешь тоже подушку подложить под... Вообще, может быть, мы сделаем вот там? На подушке скользко. Давайте еще подушечки убираем и продолжаем кошечек. Только встаньте, чтобы головы в разные стороны у вас были, во льтом. А, ну или давайте, да, туда, к стене. Только синхронно, пожалуйста. Раз, нырнули. Угу. И все, можно будет сесть на мосты вместе. Раз, два, три, и на мосты. Хопа, хопа.